event moved the wheels of the car. Дежурную часть. Дежурный? Да. Давай функционал свою задачу, чем есть. Средства связи вот. Какая связь у нас? Короче, тапики. С кем у тебя связь? Здесь. Командир батальон. Со всеми группами, кто непосредственно работает на переднем крае. Да, да. Со всеми у тебя связь есть. Работа поставлена, в принципе, дежурная часть у меня только вот начала нормально функционировать. Значит. Да. Сколько человек выживает? Привет, Есик. Привет. Нормально. Нормально? После боя решил оружие почистить? Нет, свободное время, вот, пожалуйста, люди занимаются чисткой оружия. Ну, так и должно быть. Да. Свободное время у нас на что? Чтобы себя в порядок привести и оружие свое в порядок привести. Да. Все правильно. Ночью не холодно, нормально? Нет. Спальники у всех есть? Уже все выцели. Слышишь? Холодно было, когда мы приехали. Вначале было минус 20. Вот это было. Да, да, вначале было холодно. Да. А, сейчас-то у нас газа нет, воды света нет. Не холодно, прохладно. Свежо. Для нас было свежо, да. Минус 20. Нормальная погода была. Тогда было холодно. А так, ребята, как говорится, уже закалились. Для них мороз уже не проблема. Света и воды нет, газа нет. На костре готовим еду и ждем, когда наконец все закончится и нас освободят. Ну, холодновато, да, в квартире. Вот дело в том, что потеплело совсем недавно. У нас почему-то очень холодный март был. Никогда такого не помню. Прям снег выпадал. И 9 или 10 было просто минус 18. Это, ну, очень редко. Во всяком случае, я такого не помню. Ясно. Ну, парни как-то помогают. Ну, я спрашиваю, конечно, не потому, что они стоят с автоматами, нет, и как бы. Нет, они действительно помогают и продуктами, и, в общем, вежливые люди, здороваются и вселяют надежду, и это уже приятно, это важно. Да я вот понимаю, что просто здесь посмотреть, как вы живете. Нету ни стекол, ни окон, ничего. Все побито, ни газа, ни воды, ни света. Живем с детьми, живем с родителями. А девочка, как зовут Розенькую квартиру, дочку? Кира. Кира, вот она улыбается, что ты привыкла уже? Да ну как сказать, когда... Кира, покажи свою комнату, где ты живешь? Вот прямо. Я вот здесь сплю. С мамой? Да, с мамой. Брат, бабушка здесь. Все четвером, а дедушка вот здесь. Я вот здесь, Мила. Потом мама здесь, брат вот здесь, бабушка вот здесь. А можешь что-нибудь спеть? Ты играешь, поешь? Да, ну, играю и пою. Сыграл. Если бы сейчас был свет, то бы я и сыграла на синтезаторе. На синтезаторе? Да. Я умею петь и играю на пианино. Ура, ура! Воскресным днем мы в гости к бабушке идем. Потом с ней рядом посидим и обо всем поговорим. Большой пирог мы испечем, друзей на праздник позовем. Потом с ней рядом посидим и обо всем поговорим. Люблю я бабушку свою, и для нее сейчас пою. Мы с нею добрые друзья, бабуля звездочка моя. Это они готовились к 8 марта. У них должен был в школе искусств быть выступление. Да, Кир? Да. Ну, 8 марта у нас вместо праздника были прилеты в окна. У меня много разных мечт. Ну, сейчас главное, чтобы это все кончилось, вынесу синтезатор, вставлю в розетку и буду играть.